Людмила Ветрова о проблемах бойцов и их семей знает не понаслышке. Ее сын тоже боец АТО. Говорит, вопросов возникает немало, как юридического, так и психологического характера. Чтобы помочь людям, оказавшимся в аналогичной ситуации, Людмила стала волонтером областной общественной приемной. Я столкнулась с теми проблемами, что практически ребятами власти не занимаются. Ребятами занимаются волонтеры. Ребятами занимаются их матери, волонтеры и друзья. На сегодняшний день, мое мнение как матери, что наши мальчики, кроме нас, никому не нужны. Областная общественная приемная открылась по инициативе Всеукраинской общественной организации «Женская сила Украины». Ее активисты говорят, немало вопросов у бойцов АТО и их семей возникает с социальными выплатами. Как правильно оформить статус участника боевых действий, как сделать запрос и ускорить оформление выплат, предоставить юридическую консультацию – цель работы общественной приемной. Останнім часом точечно з різних регіонів поступають звернення про те, що десь ще недоплачено, да, чи заробітна плата, чи винагороди, да, десь є моменти, що якісь лікарняні, да, там не виплачені, або є моменти, де пов'язані ситуації, що лікування бійці мають забезпечувати за свій рахунок, ну і багато інших нюансів. Наконец-то у наших ребят, у наших солдат появилось место, куда они могут обратиться. Обратиться могут как и члены их семей, так и солдаты. То есть здесь и волонтеры подключаются, и подключаются в том числе и киевская организация «Женуча сила Украины». То есть решаются вопросы будут как на местном уровне, точно так же, как и, так и на всеукраинском. То есть документы, заявления, письма не будут теряться на уровне Киева. Телефон горячей линии общественной приемной в Запорожье и области 093 308 88 43.